И к другим темам без явок и очередей. В Ростовской районной больнице открылось отделение медицинской профилактики, где все желающие могут пройти диспансеризацию. Поликлиника участвует в реализации федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта здравоохранения. Процесс организован так, что пациентам не нужно получать талоны, а сам осмотр не займет много времени. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает в себя прием у терапевта, акушера-гинеколога, забор крови и ЭКГ. Далее, в случае необходимости, пациенты направляют на осмотр к тому или иному специалисту. На сегодняшний день у нас принято 5 терапевтов. Мы очень рады этому. Ждем еще, выдавали мы также целевые направления, очень ждем специалистов. Трудности на сегодняшний день, наверное, как в любой организации, они еще присутствуют, нам необходимы узкие специалисты. Но в плане диспансеризации на сегодняшний день я считаю, что все налажено. Чаще всего обращаются с кардиологическими заболеваниями, то есть гипертония, ишемическая болезнь сердца. Очень много пациентов с сахарным диабетом приходят. Для проведения диспансеризации жителей отдаленных районов области активно используется мобильный ФАП. Его выезды планируются на 3 месяца вперед. Кроме того, для прохождения осмотра организована доставка граждан в поликлинике Ростова, Петровской, Семибратова автотранспортом больницы. В Ростовской ЦРБ уже выявлены онкологические и хронические заболевания у группы лиц. Диспансеризацию прошли 70% от прикрепленного к медучреждению населения. Забрали около дома каждого. Все сервис, удобно все. Заполняют нам все анкеты. Так что нам все удобно, нравится. Не надо бегать в очереди где-то стоять там в регистратуре, около разных кабинетов. Все как-то организовано. Если бы дали бумажки, все поставила бы на десяточку. Девушки. Очень хорошие девочки, все хорошо красивые. Принимают. Особенно мы бабушки, так нам очень нравится.